Короче, я сейчас кое-что понял. Маленькие мышки не тупые. И то, что они попадают в мышеловки, это не доказательство их тупости. Только подумайте. У вас 10 братьев и сестер. Мамка нигде не работает. Папа ушел за мышиными сигаретами и не вернулся. Но знаете, как в этом документальном фильме о природе Том и Джерри. Ну так вот, выходит эта маленькая мышка из своей норки и видит мышеловку, на которой лежит маленький кусочек сыра. И она думает... Вот же жадный пидорас. А потом идет и кончает жизнь самоубийством. Бедная мышка делает это от плохой жизни. Вы хоть знаете, что она чувствует? А я знаю. Ну, то есть не я, а чувак, который залез носом в мышеловку. И посмотрев это видео, вы сможете прочувствовать всю боль мышиного существования. По носу ёбнуло! Сначала я подумал, что весь канал этого чувака посвящен тому, как он залазит носом во всякие дела. Ну, например, мышеловку. А, мне лень думать. Нет-нет-нет. Канал посвящен играм и юмору в целом. Насилие, секс, котики, шутки про говно. Этого пока на канале нет. Надеюсь, чувак, ты скоро к этому придешь.